Отрезок вязаного трикотажа превращается в свитер для куклы. Добавляем манжеты и горловину. Рисуем принт необычного Санты из игры в кальмара. К Маринет и Адриану пожаловали давние друзья. Приятели решили поздравить семейную пару с удочерением малышки. О, вы уже здесь? Крошка, поздоровайся с дядей и тетей. Привет! Мы принесли тебе небольшой подарок. Ура, спасибо! Что там, что? Воу, испепеляющий взгляд уничтожил упаковку. Внутри был теплый свитер с принтом ее любимого героя из игры в кальмара. Wow! Вот только гости совершенно не ожидали от малышки таких суперспособностей. Оу, я даже испугался. Но взгляни, эта парочка счастлива. Да и малышка выглядит вполне дружелюбно. Согласен, не стоит бояться. Бип-бип, выгружаем воздушный пластилин. Используем красный и оранжевый. Нанизываем яблочки на шпажки. Украшаем лакомство посыпкой. Яблоки в карамели – любимое лакомство Кимми. В Лалитауне открылась зимняя ярмарка. Маринет с дочкой не могли пропустить такое событие. Yay! Ух ты, здесь столько всего! Wow! Кимми тут же побежала к автоматам. Мамочка, я выиграла тебе игрушку! Спасибо, дорогая, очень мило. Хочешь, угощу тебя яблоками? Самые спелые яблочки в карамели, выбирайте. Мама и Кимми взяли по шпажке со сладостями. Настоящий вкус Рождества. Мастерим VR-очки. Собираем корпус. Проволочное сердечко распалось на два крючка. Это дужки оправы. Что там показывают, Кимми? Вау, игра в кальмара! Адриан решил отдохнуть в гостиной. Но на кресле его ждал сюрприз – VR-очки с новой игрой. Выглядит интересно. Что ж, опробуем. Так, нужно выбрать персонажа. Шрек мимо, Олаф. О, суперкот, подойдет. Yes. Наш герой оказался в виртуальном мире игры в кальмара. Большая кукла превращает других игроков в предметы. Вжух! Шрек стал кресло-мешком. Оу, дружище! Олаф превратился в рожок. О, нет! Но суперкот ловко увернулся от лучей и запрыгнул на куклу. Чмо, добрый поцелуй остановит ее. Послушай, прежние облики героев были круче. Вернем все обратно. Okay. Кукла вернула персонажам исходный вид. Whoa! Ура! Я всех спас и победил! Woo-hoo! Пап, чему так радуешься? Ты не поверишь, в игре было такое! Овечка притащила тележку с полимерной глиной. Разминаем комочек и лепим яйцо. Окрашиваем одну половинку в розовый и рисуем треугольник. Из воздушного пластилина получилась подставка для яиц. Целых 6 штук для вкуснейшей яичницы. Подходи, налетай, экофуд покупай! Папа с малышкой пришли на сельский рынок, чтобы купить продукты к завтраку. Что же нам выбрать? Свежайшие яйца, прямо от курочки. Приветик, птичка! В ответ курочка снесла для Кимми десяток необычных яиц. Странный принт. Что с ней случилось? Но покупатель всегда прав. Вот, возьмите. Вау, они такие классные. Побежали домой завтракать. Ну и дела. Мама уже заждалась на кухне. Все готово к готовке. Но где же продукты? Мамочка, мы купили яйца. Какие странные. Самые лучшие. Давай готовить вместе. Научу тебя делать яичницу. Удивительно, квадратный белок. Ладно, пожарим и так. Okay. Я такая голодная. Уже несу. Вау, это самая классная яичница. Пластиковый судок превращаем в ванну. Тонируем мазками золота и установим на винтажные ножки.
коктейльные трубочки окунаем в краску металлик. Добавим бусинки-вентили в оттенке золота. Превосходная ванна. Маринет решила искупаться. Добавлю побольше пены, теплая водичка, пенные облачка. Все просто идеально. Девушка надела наушники и погрузилась в релакс. Вода начала остывать. Кимми! Звала, мам! А? Можешь подогреть воду, как ты умеешь. Без проблем, мамочка! Эх, круто иметь глаза-лазеры! Светодиодный фонарик покрываем акриловым грунтом. Окрашиваем в красный цвет и рисуем пятнышки. Приклеиваем значок трубки и дисплей с фото суперкота. Подвешиваем ее на ниточку. Крошечное устройство работает как телефон. А, помогите! Напал злой пес! Что за невезение? Вдруг перед девочкой опустился йо-йо. А это еще что? Кыш, уходи, не трожь ее! Держись! Здесь мы в безопасности. Я позвоню папе. Уф, уф! Уф, уф! Пап, выручай! Я тут, звали? Суперкот мгновенно прилетел к девочкам и перенес их на соседнюю улицу. Наносим линии разметки, цветными маркерами уточняем зоны поля. Обклеиваем борта тонкими полосками пенополистирола. Одолжим у снеговика немного снега. Стенки покрылись изморозью. Собираем ворота команд соперников. Вжух, красный каркас обтянут сеткой. Расположим ворота напротив друг друга. Превращаем палочки в хоккейные клюшки. Обрезаем и шлифуем нижнюю часть. Выбираем расцветку, лимитированный супергеройский набор. Из пластиковой крышечки получилась черная шайба. Скорее опробуем снаряжение в игре. Маринет с семьей прогуливалась по зимнему лесу. Эй, лови снежок! Воу, попал! Моя очередь. Смех прервал злобный рык. Мама, тут монстр! А-а-а! Пока Адриан и малышка застыли в страхе, Маринет перевоплотилась в Леди Баг и спешит на помощь. Берегись, ледяное чудище! Но монстр ловко отбил атаку снежной лавиной. Кто же всех спасет? Кимми не растерялась и применила лазерный взгляд. Ну все, получай! Один прицел, и монстр растаял, превратившись в поле для хоккея. Мы в безопасности! Йей! Умница, дочка! А вот и Маринет подоспела с персонализированными клюшками и шайбой. Вау! Неожиданная встреча обернулась интересным приключением и игрой. На черном фоаме ране обводим пару одинаковых кружков. Вырезаем и оборачиваем полосой. Украшаем будущий рюкзачок лапкой. Из отрезка папки выпали пару крылышек. Эй, не улетайте далеко! В полете появилась кайма. Собираем крылатый рюкзачок, добавляем лямки и петельку. Оригинальная модель от суперкота. Адриан отдыхал в кресле за чтением книги. Привет, пап! О, дочурка, рассказывай, как дела в школе? О, она очень далеко, я частенько опаздываю, совсем не хватает времени. Придумал. Закрой глаза, сейчас вернусь, не подглядывай. Можешь открывать. Вау, что это? А? Супер-рюкзак. На нем ты сможешь долететь до школы. Потренируйся дома. Yes. Так непривычно. Давай. Ю-ху, получилось. Воу-воу, лучше потренируемся на улице. Испытаем удачу, тянем и ура! Нам досталась игрушка-пришельца. Вау, внутри ждал сюрприз, комочек глины. Превращаем его в крошечную куколку.
Окрашиваем платьице и рубашку. Черные волосы, лазерный взгляд – это миниатюрная копия Кимми. Она держит дисплей с часами. Такой будильник моментально разбудит любого Соню. Леди Баг и Супер Кот вернулись домой глубокой ночью. Ох, какой длинный день! Зато сколько супергеройских приключений! Пора отдыхать! Но как только они сладко задремали, сон прервал оглушающий звук. Дзынь! Что это? Кто завел будильник? Время просыпаться! Давайте поиграем! Я принесла игрушки! Яй! Ох, Кимми! Несмотря на раннее пробуждение, папа с мамой всегда рады развлечь малышку. А выспаться еще успеем!